Попасть в заветную четверку финалистов в своей весовой категории – это дело принципа. Когда тебе 13-14 лет, вовсю играет честолюбие и желание заявить о себе. И это видно по характеру схваток. Они реально показывают очень интересную технику. Поэтому говорить, что в этом возрасте какие-то есть уже устоявшиеся лидеры, трудно говорить. Они все равны. Не секрет, что в этом возрасте частенько выигрывает не самый сильный, но более спокойный и собранный. Он не делает детских ошибок. А ведь одна ошибка здесь очень дорого стоит. Поэтому столько эмоций и даже слез. Этой борьбе более 80 лет. Но она по-прежнему юна. Это видно здесь, на отборочных соревнованиях к финалу Кубка губернатора. Столько страсти и эмоций вы редко где найдете. Ошибок действительно много. Среди проигравших и наш боец Муамин Мусаев. Но он считает, что ему просто не повезло. Потому что иногда судьи ошибаются, они думают... Ну, например, как сегодня, я хотел встать с болевого, но меня засудили, потому что думали, то, что я постучал. Постучать рукой по ковру значит признать поражение. Это самый болезненный момент схватки. В самбо приемов много, но болевые – одни из самых популярных. Хотя больше всего ценится бросок на спину. Чистая победа, как результат упорного труда. Сегодня в число финалистов пробился один воспитанник Мытищинской школы самбо – Вячеслав Никишин. Надеемся на его удачу в финале Кубка губернатора. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский.